Сегодня в Екатеринбурге открылся ресторан «Чингисхан». Открытие первого в Екатеринбурге ресторана прошло вместе с фейерверком. Первым посетителем ресторана стал глава города Екатеринбурга. Мэр оценил ресторан на 5 звездочек. В Екатеринбурге планируется расширить список точек общественного питания, включая в этом списке кафе, кофейни, рестораны, закусочные, бутербродные и просто столовые. Радио Ваня теперь в Екатеринбурге. С 10 марта Радио Ваня переходит на полноценное вещание в Екатеринбурге. Тестовое вещание радиостанции началось в пятницу, 5 марта. Радиоканал начал свое вещание на частоте 99,2 FM. Обустройство поликлиники номер 1 в Екатеринбурге успешно завершено. 5 дней назад был обустроен только первый этаж. С 9 марта поликлиника номер 1 города Екатеринбурга начнет обслуживание пациентов в полном объеме и на всю мощность. Также в холле поликлиники появились автоматы с возможностью записаться на прием к врачу без очереди в регистратуру.